Добрый день, интернет-магазин billiardmag.com, и сегодня мы рассмотрим ткань, микрофибру, такую салфетку на микрофибру для полировки шафта кия и для чистки бильярдных шаров. Значит, она очень похожа, там есть полотенце у нас, шар номер 8, да, там и девятка, по-моему, есть полотенце, но это не полотенце, да, то есть это не обычное это махровое полотенце, это ткань, ну, называют ее микрофибра, ну, по-моему, микрофибра любые эти ткани специально называют, ну, хорошо, называют микрофибра, пусть будет микрофибра. Значит, вот здесь мы видим Clean Q, Clean the Ball, да, то есть это для чистки шаров, ну, тут даже мебель можно чистить, оказывается. Значит, давайте посмотрим. Я пробовал этой штукой чистить шары. Шары прикольно чистить при помощи арамисовского клинера. Салфетки арамисовские дороговаты. Вот эта штука прикольная. Значит, вот такая вот микрофибра. Значит, ну по ощущениям даже сложно сказать. Она такая, ну не знаю, ну микрофибра. Вот. Не могу вам сказать, как это точно охарактеризовать. Значит, шары чистил, шафтки я, они пишут, что просто протрите, ничего не надо и будет счастье. Ну нет, не согласен, то есть здесь, если у вас шафт идеально чистый и обрабатывался, ну скажем там, 5 дней назад воском, да, или какой-то полировочной жидкостью, то да, он как это полотенце действительно заполирует. Если нет, то да, вы заполируете, но тереть придется, ну очень долго, пока шлифует. Поэтому как бы шары в комбинации со средствами для чистки шаров, то же самое, та же история с киями, то есть желательно в комбинации с какими-либо полировочными средствами. На этом все, это был краткий обзор микрофибры для чистки кия и для чистки бильярдных шаров. Обзор подготовлен интернет-магазином billiardmag.com. Меня зовут Богдан, спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.